Каждый из нас хочет жить в комфортном, уютном, чистом доме, даже если он многоквартирный. Сделать все своими силами. Что предпринять жителям, если управляющая компания не выполняет обязанности по содержанию дома и прилегающей территории? Надо будет, жалуйтесь. Не помогает, меняйте управляющую компанию. Гости в студии Сергей Мухранов, заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара. Здесь сама цель обеспечить надлежащее предоставление коммунальных услуг к жителям. Виктор Иванович, напомните о сроках и о моментах обращения. И Виктор Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Управляющая компания – это наемный работник жителей дома. Смотрите программу «Совет моего дома» 28 февраля в 19:30.